Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт. И сегодня мы вам покажем результат нашей работы, как мы ранее уже резали ванну от Leroy Boch Оберон. Данная ванна стоит на данный момент порядка 800 евро, хотя рекомендованная цена производителя у нее 1150. Вот у нас уже готов результат. Мы это делали специально для наших клиентов и как экспозицию поставили ее у себя в шоуруме для того, чтобы клиент мог посмотреть основание, то есть то, из чего сделана сама ванна с торца. Вот. Мы у себя обыграли эту композицию, то есть сделали еще из керамогранита полки, куда врезали смесители от компании Pafoni, кстати. Итак, сегодня будем резать ванну от Leroy Boch Оберон на половину. Итак, друзья, мы приступаем шлифовать нашу ванну, поскольку обрезать у нас получилось ее криво, скажем так. Вот, теперь нам нужно получить ровный торец, вот, чтобы завершить нашу композицию. Шлифовать будем с помощью полушлифовальной машинки и черепахи, поскольку черепаха у нас снимает небольшое количество материала. Желательно лучше на улице, поскольку запах стоит жженой пластмассы, такой очень стойкий. Так что лучше выходить на улицу, либо хорошую вытяжку надо заметить. В квартире такое лучше не делать. Вот. Что хотели показать еще, что материал очень хорошо шлифуется. То есть, если вы где-то скололи, либо еще что-то, то можно будет подправить все это дело. Короче, вот наша ванна, мы ее, кстати, уже очень много где в своих проектах вставляли. Примечательно она хорошим качеством и четкой геометрией. То есть все вот эти вот линии, они строго будут в геометрии под 90 градусов. Это очень сказывается на конечной отделке ванной комнаты. Вот, мы обрезали часть ванны, чтобы оголить основание и показать нашим клиентам, то, из чего сделана на самом деле эта ванна. Обграли себе, как говорю, композицию с помощью керамогранита в цвет, такой же белый. Наши клиенты очень часто спрашивают про акриловые, либо композитные, допустим, ванны, о их надежности. Вот специально для этого мы и разрезали, чтобы видели, что на всю глубину у нас идет, допустим, тот же акрил, либо композит. Вот. И то, что основание у ванны, вот как здесь снизу, оно у нас толстое, оно порядка там сантиметра, 12 миллиметров. Вот, да, края, допустим, стеночки немножко толще, хотя по сравнению с другими производителями они очень толстые. Вот, но в целом, как бы, ванна очень крепкая. Именно для этого мы и разрезали нашу ванну. Итак, друзья, я надеюсь, данное видео вам понравилось. Вот, если это так, ставьте нам палец вверх. А в комментариях пишите еще, что бы вам хотелось, чтобы мы разрезали, подбили, покрушили. Мы предоставим вам эту информацию. Спасибо, всем пока.